В волшебном королевстве жила-была красавица-принцесса. Кожа у нее была белая, как снег, а волосы черные, как ночь. Ой-ой-ой, волосы у нее не черные, а грязные, а кожа просто бледная. Естественно, она же не бывает на солнце. Этой весной. Зеркала мои, ответьте, кто прекраснее всех на свете? Белоснежка. Кто? Кто? Белоснежка. А. Новые страницы. Я все переверну. Старые сказки. О, я старая? Это же не морщины, а так морщиночки. Прогнать ее в лес. Исполнил? Все, как вы велели. Впечатляюще. Ты, оказывается, не так слаб и жалок, как я всегда думала. Впервые в жизни слышу от вас комплимент. Скоро вы узнаете историю. Принц богат, я выйду за него замуж и решу все свои финансовые проблемы. Все просто. О головокружительных событиях. Устроим бал, чтобы парню башку снесло. О любви. По-моему, Белоснежка самая прекрасная девушка на свете. Вас ввели в заблуждение. О тайнах. Ты кто? Белоснежка. Бело кто? Белоснежка. О всемогуществе. Да мал вам этот ковер. Значит, сил после стирки. Затягивай. Я в идеальной форме. И волшебстве. Пустим в ход любовное зелье. Щенячьей нежности. И что мне теперь делать с этим щенком? Почеши мне пузико. Аборт! Говорят, королева выходит замуж. Надо спасти королевство. Миллион сказок о том, как принц освобождает принцессу. Пора менять стереотипы. Ты разбойница? А ты предатель? Помогать надо. Сама справится. Ты хочешь убить меня, а я мечтаю поцеловать тебя. Атаман женщина? Атаман Белоснежка. Заглянем на свадьбу. А так все хорошо начиналось. Колдовать может каждый. По-моему, долго и счастливо уже началось. Белоснежка, месть гномов. Как его расколдовать? А ну-ка дайте я попробую. Приготовьтесь к новым приключениям Белоснежки. Мировая премьера 15 марта.